Друзья, всем привет! На связи Виктория Копыченко. И хочу рассказать о способе, как у вас могут украсть скайп. К сожалению, в последнее время очень часто начали происходить такие штуки, кража скайпа. Много моих друзей пострадали от этого. И один из способов, это когда вам присылают сообщение, очень заманчивое, и в конце такого сообщения, текст может быть абсолютно разным, в конце обязательно стоит фраза наподобие этой. Для начала добавьте моего человека в скайпе, который даст вам всю инструкцию подробнее. Его логин скайпа, и вот здесь стоит логин, и в конце несколько цифр. Значит, как только вы добавляете этого человека в скайп, вот это есть какой-то код, я так понимаю, в течение 5-10 минут ваш скайп забирают. Вот, поэтому не ведитесь на такие сообщения. Это рассылают мошенники. Я, когда получила это сообщение, человек был зелененьким. Я сразу же начала звонить. Естественно, трубочку никто не берет. И после такой рассылки человек выходит из скайпа. Будьте бдительны, не идите на поводу мошенников и не добавляйте чужие контакты в скайп, вот особенно вот таким образом. Конечно, когда к вам приходят вот здесь новые добавления, это совершенно другая картина, совершенно другая история. Но когда вам присылают сообщение с просьбой добавить его знакомого, друга, свата, брата, зятя, неважно, и особенно когда логин вот именно вот такой выглядит, в конце несколько цифр, то ваш скайп попытаются взломать. И, скорее всего, у них это получится. А с вами на связи была Виктория Копченко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. Также предупредите своих знакомых и друзей, чтобы они не теряли таким образом скайпы свои. Можете разослать этот ролик в чаты, там, не знаю, в свои какие-то, да, потому что плохо не только тогда, когда мы теряем свой скайп, ну и также, когда наши партнеры по бизнесу теряют свой скайп, или же знакомые, друзья. Это всегда очень неприятно, вы теряете контакты. И плюс ко всему еще и получаете спам потом от этих контактов. Ну, на этом все. Мое видео подходит к концу. Всем пока, всем успехов и будьте бдительны.